А где ты на спаунере уж высадил? Я вот говорю, вот тут могу высадить в магазинчик. ГС как мы потащим? Или куда? Или куда? Да при таком тумане, думаю, не нужно. Ну, близко подтащить из кустов, отработать быстро и все. Прикольно. Поиграно. Рейдж. Поиграно. Да-да-да. Ты кто-то маздоник такой водил? Наверное. Я в рации говорю, я выгружаю ГС. И не договорил. А как спектаторы менять людей? Пробел нажми. И это вид. То есть, ну как ходишь влево-вправо. Hey, wake up. О, спасибо, понял. Гонза будет обороняться периодически. Три деревца. Они в ту сторону смотрят, аж собьют. Угу. Он, наверное, думал, что оттуда отработано. А здание пошло, кстати. Ай. Он его лечит? Труп лечит. Ну. Так, ладно, так. Гонза, повернись, да. Ух ты ж, какой ни хрена котлета. Вот это я испугался чуть. Он же его видит. Офигеть, котлета. Гранату закинул. А базан прилетел, что ли? Да нет, я не видел. Лежит там, а кто это? Гонза Пукас. Я его гранатой бах. А, убил все-таки его? А нет, живой. Пойдем. Живой. Живучая котлета. Что это, джиз? Капец котлета. Да. Они вдвоем так поехали, еще еду смотрю. Mm-hmm. Паша, а как ты тут? Где-то Зоник нам помог. А че, как он вас убил? Сдал назад. А вы ЭГС с собой взяли? Мы доставали его из грузовика, а Зоник решил сдать назад. Понятно. Да-да-да. Хороший Зоник. Я там, в принципе, можешь сейчас залить эту миску, я терминал переделал по Шурику. Ну, я потом залью все, почищу, заперезалью. Че, мы все равно уже сегодня сыграли, в следующий раз сыграем. Не, нужно. Сейчас лучше замок включить какой-нибудь. Ну, вот да, вот замок согласен. Еще замок есть, и еще одну миску я делал там на Чернобыль. А, новая какая-то? Да. А, ну можно ее там. Да, там техника как раз есть. Виктору долго вам скажи. Да. Ворон зашел в CSK. Че-че-че? На ворон там подключается, смотрю, в TeamSpeak. А, хочешь зайти? Ну, в TeamSpeak подключается. Зайдет, не зайдет, как я узнаю. Потому что человек косяк. А я только не понял, Гонза с СВД их убил? Я не знаю, как он его вообще убил. Да, с СВД их убил, обоих. Жесть. Дикий какой-то, я чисто шел гранат, он садится и укатывает. Он опять труп лечит. А ему, видно, не показывается, что он умер. Там же пока камеру на этот самый не покажет. Ну все знают, что он там сидит, поэтому... Там Карыч сидит, там уже ждет его прям. Ручки чешет. А я замок не скидывал, я, по-моему, замок не корректировал. Нет? Да. А что я... надо? Не, я не знаю, что вообще не помню. Ну это вот последняя версия стоит там, где починено все. Я просто не помню, там есть, нет. По-моему, фристайльный вертолет хотел поменьше сделать, но... Вообще, ну, короче, нормально. Ну как раз вовремя пролетает. Под конец гейминга как раз. Ну так и в оригинале так же. Да. Я просто оригинал не тыркал в палочке. Ой. Все, Карыч, убил котлетку. Это банчик, ты котлетка, понял? Чё такое? Ты котлетка, говорит. Почему? С азардом поехали котлетить, агента с тебя заспотил.
плохая маскировка по краю карты бегает. Да нормально, смаслил двоих с СВД, просто жесть. В упор, как ты убил пулеметчика, ну объяснять. В упор просто. Чё, Гонза, как? А я тебя перевязал, я думал, ты живой еще? Я умер. Просто на тебе вот этот шилдик светился, я думал, ты живой. А он светится до конца, по-моему. А, буду знать. Слушай, кстати, с пресс-спектатором, Паша, какая-то еще беда бывает. Иногда, иногда, знаешь, берет и чисто вверх сам по себе улетает. А, ну, это, такого не это было. Ванила, это бывает нечто. Либо кнопочек много зажимает. Знаю. Блин, а в этом ползет просто. Ополченец. Правильно делают. Да. Вот я, кстати, к этим окопам вот с этой стороны, только вот так вот через эти вот деревья подходил все время. То есть, как не заходить все время в окопы, и с этой стороны все время чисто. Будь это начало игры, будь это конец игры, не знаю, с чем связано. Давай, разыщи. А то они в поле просто. Куешит кому-то там. Думает, что его не видно. Он мне в ТС написал, забей ему слот, я что-то проигнорил, не свернулся, и теперь он играет. Он всем предлагал. А я думал, типа, за Team Q. Да. Ну, по правилам как бы так можно. Да, я читал правила. Блин, я помню, вот АВ, знаешь, чем Паша я заметил? АВ вот все время он заходит на этой миссии через эти окопы и просто всех выносит. Так он уже здесь прочухал, что здесь можно убивать. Просто... убийца. Но Карыч ему убьет. Карыч ему этого не простит. Ну, Карыч там что-то, по-моему, сидит, ни хрена. Отдыхает. Он ящик. Коровок собирает. Он этот самый, как он? Дневальный. Да. А кто снайперы были? Сдоник. Не, снайперы это был это Гонза и Азар. А, те, да. Что у нас получается? 11... В самом начале. У нас в 11 человек то спорт, плюс Азар 12. Нормально. Еще играть можно. А вы смелее. Прям сейчас выйдет. На Вероне, ну. Думаю, слышать, если кто-то будет. Я тоже тут кусты вот эти в окопы добавил, чтобы прятаться хоть можно было, поэтому я так и... Ты вообще хрен кого найдешь тут в этих окопах? Ну блин, но то они и окопы. Не, если нам, то могу кусты порезать чуть. Да нет, я бы лучше не кусты резал, я бы лучше зону ограничивающий выход добавил. А, триггер? Да. Ну, блин. Вот я помню на Гамбите, как срабатывал триггер. Мы с Дути за Мариксаром туда забежали в этот отталкивающий триггер, а он нас обратно искать не хотел. Вот я не знаю, как он так работает. Ну, может, добавлю. Я думал. А вы это что? Чего не стреляете? Скорее всего, знаете, сделаю, наверное, дам триггер, то есть буквально метр в 5, то есть до озера, где-то вот так вот круговой триггер сделаю. Конечно. В минус 2. Ну, теперь играют на равных. Чё. Чё с домиком сидит? Отвлекает. Отвлекает. Он просто не видит противник. А там реально с этим я с СВД также заходил, как раз домик. Там кусты их ни хрена. Кусты и трава. Угу. Пиксар живой? Чуть ниже я просто не видел. Он там бегает он. А не легче ли было взять АГС? А вот я, кстати, не знаю, но АГС вроде уже Паша с этим самым. Мы взяли АГС. Мы хотели его использовать. Но, к сожалению, Азданик был против. Азданик был категорически против. Он включил заднюю передачу на команде и нас задавил. Батя говорил, сцепление не бросай, дурак. Да-да-да. Так, вижу баг с сеточкой нужен. А, нет, не баг показал. Блин, Аздоника примет Рексар. Я как смотрю на этот дом, я вспоминаю вула, который пытался в эту дырку. Главное, так упорно пытался. Факт, кстати, что Рексар его примет. Его может ТС убить. Неужели не видит?
Не видно там за счет кустов. И у Рексара текстуры словно какие. Вот, кстати, Рексара спрашивал за аэропорт, он говорит, у него вообще не лагал. То есть отсутствовал. Сейчас или Тесса, или Рексара его убьет. Ой, блин, опять на воде ток. Просто Рексар. Рексар просто. Рексар, ну убей ты его уже. Просто. А чё с вокруг? А сзади? Он только злых еще задавил, так еще и сдох. Да. Как ты посмел? Извините, пацаны, это, конечно, вообще странно было. Батя говорил, сзади. Батя говорил, сцепление не бросай.